Сегодня 27 ноября 2014 года. Мы проверяем, как установлена дренажная труба отверстиями вверх. Так, сейчас мы ее закладываем каменем, геотекстилем, и сверху идут трубы канализации и водоотвода. Так, значит, у нас здесь поставлена дренажная труба снизу, так? Геотекстилем закрыта, и сверху мы монтируем канализацию и водопровод. Так, и после каменем, фину обложимо после каменем и ядучу, так? Ее покажешь мне? Да, обовязно, обовязно. Так, здесь у нас что сделано? Унитаз, писсуар, подвод. Здесь умывальник. Сейчас здесь сделаем еще две ревизии на дождевую воду и на канализацию. Так, здесь у нас идет еще один умывальник будет. И здесь машина за постирочная машина. Овде, милая, ставишь еще овде колено едно, да скупим воду, кое падне тут, знаешь, еще овде едно колено и вот овде сливник. Значит, здесь дренажная труба также установлена, да, правильно? Да, ты хочешь. Да, я завяжу. С отверстием вверх. Окей. Да, завяжи ее там. И можем, может оставить и камень. Установлен геотекстиль. Полностью труба одета в геотекстиль. Так, закрыто каменем и бурлалком труба. И сейчас мы можем землей. Можешь, да?